любители шахмат, зрители, гости фестиваля «Мирный атом 2012». Сегодня мы проводим церемонию закрытия 30-го юбилейного традиционного нашего любимого фестиваля. В этом году в фестивале приняло участие более 350 шахматистов из 32 регионов нашей страны и гости из Украины. В рамках турнира прошел этап Кубка России по быстрым шахматам, который собрал сильнейший состав за всю историю наших фестивалей. 13 гроссмейстеров, около десятка международных мастеров и мастеров ФИДЕ. Сегодня на церемонию нашего закрытия пришли поздравить вас почетные гости, организаторы нашего фестиваля. Президент Ростовской областной шахматной федерации, член наблюдательного совета Российской шахматной федерации Сергей Анатольевич Нестеров. Директор Ростовской атомной станции Андрей Александрович Сальников. Глава Цимлянского района и член наблюдательного совета Ростовской областной шахматной федерации Владимир Павлович Сафонов. Председатель комитета по физической культуре и спорту города Волгодонска Игорь Владимирович Пахмутов. Директор спортивного клуба Ростовской атомной станции Виталий Михайлович Цуканов. Главный судья этапа Кубка России по быстрым шахматам Крюков Виталий Михайлович. Виталий Михайлович. Для поздравлений победителей этапа Кубка России по быстрым шахматам приглашается президент областной шахматной федерации Сергей Анатольевич Нестеров. Первое место. Добрый день, уважаемые участники, уважаемые гости, коллеги. Андрей Александрович, рады приветствовать вас еще раз на Донской земле, в городе Волгодонске теперь. Вы видите, что география наша расширяется по этапам гран-при, по турнирам. Ну, сказать даже каждый год, наверное, даже неправильно, наверное, даже каждый месяц. И, в общем-то, действительно мы хотим, чтобы это было массово, чтобы проходило во всех уголках Донского края. Турнир этот родился, в общем-то, идея провести здесь гран-при благодаря нашему хорошему, союзу Волгодонской Ростовской атомной, как раз Андрей Александрович, директор. И у нас очень хорошие такие амбициозные планы, хорошие перспективы вот именно развития шахмат в городе Волгодонске, в Ростовской области. И по, в общем-то, обоюдной инициативе мы решили провести этот турнир. Часть призов, как это, значит, призового фонда, это как традиция, значит, Российская шахматная федерация, и другую часть, это как раз взяла на себя Волгодонская Ростовская атомная. Поэтому хочется сказать вам успехов, участвуйте в наших турнирах, это и гости, и наши участники. Буквально в конце августа у нас будет такой же этап гран-при в городе Шахта проходить, приуроченный к Дню шахтера. В конце сентября мы планируем такой же этап гран-при в городе Азове. Мы тоже будем рады вас видеть и удачи вам. Спасибо. Слово предоставляется директору Ростовской атомной станции Андрею Александровичу Сальникову. Уважаемые участники совещаний, соревнований, те, которые в городе живут, и те, которые наши гости. Спасибо вам за то, что вы откликнулись на наше приглашение вместе с областной шахматной федерацией, вместе со спорткомитетом города Волгодонска и прибыли к нам на эти замечательные соревнования. Если посмотреть немножко в историю, это уже такая давняя достаточно традиция по проведению этих соревнований. И особенно я вот радуюсь тому, что
вот эти вот шахматы, они привлекают в свои ряды все больше и больше молодых наших жителей города Волгодонска, Ростовской области и нашей прекрасной страны Родины. Поэтому спасибо вам за участие и до новых встреч. Спасибо. Ну а теперь для победителей.